Меня зовут Аиша. Мне уже 14. Мой самый любимый праздник – это Новый год. Я раньше жила в детском доме, когда моя мама была в командировке. А сейчас я живу с моей любимой мамой, сестрами и братьями. Каждый Новый год я иду в мой детский дом, чтобы поздравить малышей и мою любимую воспитательницу Шабнам. Твои целую руки, мне с тобой тепло, как в детстве, я люблю тебя. Образ твой года не старят, серебро в висках пустает, и усталости не знает век душа. Она тоже нам стишок расскажет? Она всегда молчит.
А твоя кукла все время спит, она у тебя? Спасибо, Дедушка Мороз. Я же написала вам, что хочу маму. Написала вам, что хочу маму. Мама, мода, а не гуми, ты родная, нежная моя. Мама, мода, а не гуми, и не повтори. Я же написала вам, что хочу маму. Мама, мода, а не гуми, ты родная, нежная моя. Мама, мода, а не гуми. Мама, а где сюрприз? Моя. Храни тебя, мухаббат моя. После этого фильма Фируза, медсестра детского сада Нуравшон, она же в роли Деда Мороза, подала документы в детский дом для усыновления ребенка. Аиша, ученица средней школы номер 1, стала дипломантом республиканского конкурса в классе фортепиано. А я и дальше буду работать с детьми и радовать их. Дорогие мамы, не оставляйте своих детей. Они у вас классные.